Эведи Аньовун – «Эвенкийский узор». Под таким названием состоялась республиканская выставка декоративно-прикладного искусства в обрядовом зале Государственного театра коренных малочисленных народов Севера в рамках 8-го суглана съезда эвенков Якутии. На выставке были представлены уникальные работы эвенкийских мастериц, которые просто поражали своей красотой, качеством исполнения, яркостью цветов. Традиционная одежда эвенков из меха и замши, различные украшения и сувениры из бисера радовали и восхищали посетителей. Эту чудесную выставку открыла член правления Ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия Анастасия Еремеевна Куличкина. Мы рады приветствовать сегодня вас на втором дне суглана съезда эвенков Республики Саха-Якутия. И сегодня у нас состоится открытие республиканской выставки декоративно-прикладного искусства «Эведи Аньовун» – «Эвенкийский узор». Дорогие друзья, у нас эта выставка проводится в рамках суглана, и наши делегаты привезли свои работы. Сегодня участвуют в выставке 6 районов и общественная организация, женская общественная организация Абалигенков. Дорогие друзья, на сцену приглашается старейшина эвенкийского народа, председатель комиссии по вопросам Арктики, северных территорий и коренных малочисленных народов Севера, Общественной палаты Республики Саха-Якутия, член Общественного совета Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации Марфусалова Августа Дмитриевна. Я очень рада приветствовать вас всех в этом зале. Мастериц и детей особенно. Но дело в том, что вот мы уже неоднократно проводим вот эти мероприятия по показу народного творчества, по показу прикладного творчества наших людей. Потому что у народов Севера особенный подход и взгляд на элементы одежды. Но сама северная природа заставляет одеваться так, чтобы людям было комфортно. Правильно, да? И даже вот сегодня, несмотря на слишком уже осовремененных молодых людей, но стремление к своим истокам очень прогрессирует. И вот сегодня я еще, мы сравниваем, какие выставки были в начале 90-х годов, когда формировалась только ассоциация. Ассоциация была создана в 1987 году. Так, российская наша ассоциация, ну, республиканская была немножко раньше, российская вот в 89 году в декабре была создана. 35 лет скоро как существует. Ни одна общественная организация так долго не живет. А вот мы, видимо, потому что у нас в душе, у всех малочисленных народов заложено стремление сохраниться, и одновременно сохранить свою среду, которая нас вырастила, воспитала, родила. На самом деле коренные малочисленные народы – это хранители природы и всей планеты Земля. Вот с этим, посылом мы, в общем-то, живем. И то, что нам наши мастерицы сегодня показывают, это спустя 35 лет, это совершенно разные вещи. Помните первые выставки, из чего только и концертные программы, что только не одевали наши исполнители. Вообще тогда понятие культура народов Севера, оно только-только восстанавливалось. А сегодня мы вчера посмотрели аж 5 спектаклей на эвенкийском языке. Когда это было? Эвенкийский язык практически в республике Саха-Якутия был утерян. А сегодня восстанавливается. Мы в декабре, 12 декабря 89 года, там всего было 3 человека в костюмах. По сравнению с ним сейчас у нас действительно мы не то что отрезали, вообще развелись, но идет. Но меня волнует другое. Сейчас идет модернизация эвенкийского костюма. Но это, видимо, веление времени, потому что в современном мире надо как-то действительно улучшать
вот некоторые картины, узоры и так далее. Но при этом надо все-таки сохранить некоторые обязательные вот эти стороны наших узоров. Я вот помню, в марте 1994 года была выставка только одной эвенки, самой из Верхоянского района. Вот она была по фамилии Неустроева. Я вот имя, отчество запамятовал. Я специально, чтобы показать ее выставку, увез туда Клинкину Евдокию Михайловну. И вот, когда мы пришли туда, самой вот этой женщины не было. И тогда бабушка Евдокия, она начала вот показывать, рассказывать, и подошла к одной самой женской одежде. Ну, в общем, все в бисере. И вот там она начала рассказывать. Вот это девятый ребенок в семье. Вот эта мать, вот все вот эта сила, изуродовый вот этот костюм, на свадьбу, говорит, своей младшей пятой дочери, девятому ребенку. Как, говорит, сама вы узнали? Это, говорит, очень просто. Вот правая сторона костюма, это мужская половина. Вот так. Левая – это женская половина. Вот тут узор есть, что у нее пятеро дочек и четыре сына. Ну, вроде бы узоры почти одинаковые, невозможно различить. И вот она пишет: «Тебе, самой младшей любимой дочери, желаю, чтоб ты родила, как я, пятерых девочек и четверых, говорит, самая на мальчиков. Перерождение каждого ребенка я подарю, говорит, тебе пять маленьких орешек». Вот все это вот на узоре есть. Это действительно все. Тут все расписано. А будущая программа жизни вот этой молодой женщины, которая только что вышла замуж. И вот она сама смотрела, вот, она примерно, говорит, это готовилась, говорит, шить вот этот костюм 7-8 месяцев. Это, говорит, видно из того, как вот, поменялись, говорит, не то что рисунки, ход вот эти, говорит, сухожилий, ну вот нити из сухожилий, да? Вот так само. Вот. Все это говорит. Всех собравшихся приветствовал своим танцем эвенкийский народный коллектив «Эгнекан» «Олененок» из села Хатыстыр Алданского района. Okay.
Как же сохраняется национальная культура эвенков в местах их проживания? Сельдюкар у нас имеет статус эвенкийского национального наследия. Мы в основном, ну, у нас есть все бюджетные организации, там школа, детский сад, дом культуры, у нас еще есть генофондное казенное предприятие «Якутский скот», вот недавно открыли. У нас культурная жизнь в Сельдюкаре очень активная. В Доме культуры нашем есть образцовый детский ансамбль фольклорный «Дылачакан». В основном там дети поют, танцуют, участвуем во всех мероприятиях. В прошлом году, например, были в международном фестивале «Алтын Майдан», а это в Абхазии, и заняли там, ну, призовые хорошие места. Дети активно, очень активно у нас участвуют, все почти ходят в этот ансамбль, и им очень нравится вот танцевать, петь. Именно мы пропагандируем нашу эвенкийскую культуру, поем, танцуем на эвенкийском языке в основном. У нас язык преподается в школе в начальных классах. Преподает Ольга Павлова, Ольга Кирилловна. Она училась в Нижнеколымском колледже народов Севера. И до сегодняшнего дня она преподает эвенкийский язык только в начальных классах. Но мы по приглашению приехали на съезд эвенков выступать, привезли детский ансамбль «Тлачакан», чтобы детям показать, вот как у нас народ развивается, как у нас национальность эвенкийская. Вот, ну, мы смотрим, да, сегодня выставка очень хорошая, вот дети смотрят, и, соответственно, тоже сейчас будут круговые танцы, конкурс круговых танцев, и там они сейчас вот знакомятся с детьми своего возраста, ну вот и как бы тоже связь со своими сородичами. И слово эвенкийским рукодельницам, радующим своим мастерством посетителей выставки. Тигиллер, горбут, джухимми джуэрэдэ, холобра, хэти, пюнтахсыта, халламыт, убут, кюэхтэбыт, ин, джухиндерин бартын туттам тигэбит. Эти станастар бутыгар, ванна, урахалар бут, костёллер, эти бихимли, олорор тюэдбэ биттен, пюммит мэнчи тыган турар диэн, ванна, биге итыктыр көтөр бит улар кара улар боларынан хивестен үксүн төстөр битигер укнатта улардар иген знактарын типтен бит туспа белие бола белелек бит туспа мен атым Руслана ден мен тэ жавын деремине хүчгэр кычи деремине бен килер бу иемүлелере бэмеме исинер би хөвлүбүн кырардак биттен бары кыргыттар улуханың ара бары исемер бүлі хәуілі бүйт. Бәмірелерін бұдыралдар, ұлыстар әмілемаларын тегевін. Ата оның бизнестанан бәбір қатчан ұсты бұн, мағарды көмілі хәбін. Так, хәуілі бүйін ха исемер бүйін. Қытарға, дүйес, масыны қарысқаларын, оғылар қарысқаларын. Енде бүкірді. Меня зовут Мисигаева Антонина Александровна, Алдан района, Патастыр Бехюлетти, Келентуром. Мен бэм эвенкивин, Патастырга бэм тэрдюлэр монтон. Жаным уру-туру куттан бэвит олық кутугар ишкен адыяммыр. Кэтэр таңас бұдын, тэбіріммидин бардын илибитнен оңырағын. Мен бола бэм оғоларым кыраларыттан сағала бұдым. Унтыларын, бергэхэлэрин бардын, таңынларын сағала бұдым. Антон кыра-кыралан хэбюлэммин, уже атын туақтарға би сәрге туаққа. Онна ча примерно 2010-17 деген хылдан выставкаларға ген хэджан бар бұдым. Бәбін родовой община лақпыт, табалақпыт. Барыта бұл мен семьям бұл табыт, кергенім, дәдем бұл табыт, дерейлерінен, тұстарынан, сарыны еген барытын бәемен ұрығын. Больше кумалан тегер бін хөбілі бүйін. Бейсерге ханға кәленірі бін, үшуейдік хатылік бін бейсері. Атақ кумаланнары хөбілі бүйін, ұнты тегер бін хөбілі бүйін. Оннан дальше бәм хайда турар ханалақтын, хатабады мәлбе қөсседағаны. Атты хамы ерахан сары таңас дегер.
Нарук улете трудоемкой. Бултан келлахтанил бахбая обработка на ахаган. Антон каллан тургуттан кютерин, погодан кютерин. Барыта все зависит, бейдеттен зависит от погоды. Он улете рахан сарыны, регар аргатам. А так улаханник мэнни хаябаха. Постоянная наша забота – это возрождение костюмов и привлечение к делу изготовления сувениров, атрибутов наших женщин. И занимаемся вот как бы изучением. Выпустили две книги по костюму Ассоциации венков. Я считаю, что очень хорошо работает. Когда я впервые лет 10 чем-то назад пришла, ну, было массовости почти не было. Молодежи, там, детей. Ну, дети были, но чтобы они вовлекались в общественную жизнь, чтобы они чем-то занимались, сейчас вообще другая картина. Я очень радуюсь этому. Большое внимание вызвал триптих, посвященный 75-летию олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Вот эту работу сделали наши молодые мастера Екатерина Никифорова и Наталья Вендель. Здесь рассказывается и показана жизнь Романа Михайловича Дмитриева. Если посмотреть на первую картину, то там показано древний Жиганск, то есть родина нашего олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. А с левой стороны показано настоящее, то есть будущее Жиганского района, и вокруг территории Жиганского района показаны родовые птицы и животные наших родов жиганских. Основные птицы – гагара, лебедь, орел и так далее. Вот основные вот птицы родовых жиганчан. И вот главное среднее полотно, как бы шкура, оно вот показывает самого Романа Михайловича Дмитриева. Если посмотреть, то вы все знаете, что Роман Михайлович Дмитриев родился и вырос в Жиганском национальном ивентийском районе и показывает северные просторы нашего Жиганска, северных малочисленных народов с оленями, как бы олень и эвент едины. И показывает, что вот из простого малочисленного народа вышел олимпийский чемпион, дошел до олимпийских высот. И на олимпийском огне выкроено два борца. Это сам Роман Михайлович Дмитриев со своим самым лютым соперником, как вы все знаете, Джавади. Ага. Это его первая олимпиада. И в итоге он вышел на пьедестале на первое место. И здесь показана легендарная поза нашего олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева, который на помосте первое место, он стоял, подняв свои руки. Вот. И второе место – это вот сам Живади, и третье место. И в итоге нас Роман Михайлович Дмитриев вознесся до всех вершин, и он как бы для нас олицетворяет орла. Вот показали мы. Это орел. У орла два крыла. Эти оба крыла имеются различные вот, как бы, понятия. Правое крыло Романа Михайловича повествует его древних предков, его семью, его родителей, друзей и в общем его род, как бы. А левая сторона крыла показывает его родину, любовь, силу, ум и так далее. И в итоге наши мастерицы вот собрали вот такую уникальную композицию. Эта работа называется как бы кырпалагыр. Этот метод как бы был древним методом, и в данный момент почему-то утрачивается этот метод. И мы нашей целью было сохранить старый метод выкройки вот традиционного кырпалагыр и оставить для наших будущих поколений, чтобы они знали, что наши предки вот работали вот в таком вот, как сказать, уникальном стиле.
Государственного театра коренных малочисленных народов Севера своим прекрасным танцем украсили открытие выставки, которая вызвала большой интерес и прошла очень успешно, еще раз подтвердив, что традиционная национальная культура эвенков сохраняется и развивается.